Спартаком всегда тяжело играть. Я то уже сказал, больше раз не знаю, что они, у них хорошая команда. Они играют свою игру и не отступают от этого никогда. И очень тяжело играть, специально когда у них подача полетит. Это тяжело организовать. А так на такой практически тройной блок всегда на атаке зоны 2 и 4. Но я счастлив первый, потому что в конце партии первое и второе мы играли очень хорошо, в смысле, когда решалась партия, это очень важно. И что это какие вещи, которые мы работали на тренировке, сегодня видно было, что сделали и на площадке. Может быть, это первый раз, что я доволен. Нет, 100%, конечно, но лучше и лучше. Надеюсь, что будет недалеко, уверен, что будет еще лучше. Partido, empezamos muy bien, en el segundo set ellas aprovecharon bastante en el saque y se nos dificultó un poco y nada, el tercer set fue súper bueno, creo que poco a poco nos estamos acoplando, yo aún tengo poco tiempo aquí y con la colocadora y todo eso, en ciertos momentos tenemos malentendido, pero espero que entre el curso de la temporada podamos hacer un excelente trabajo como equipo. Bueno, sí, jugué mucho con la selección y todo eso y sí, me siento un poquito cansada, pero aquí me están tratando súper bien, están tratando de administrarme y todo bien, poco a poco. Sí, tiene un buen, excelente nivel, súper altas todas, o sea, es un poco diferente para mí de lo que estoy un poco habituada, que fue que jugué cuando temporadas en Brasil. Y nada, o sea, todo un poco diferente así, pero con el tiempo me acoplo. Ну, получается, две партии, концовки проиграли. Ну, что сказать, есть над чем работать. Равный счет, ну, упустили, как бы, в ту и в ту. Счет мог повернуться. Ну, Казани, так скажем, повезло. Они сильнее, молодцы. Когда два сета на больше-меньше проигрываешь, третий выходишь, ну, тут уже отрыв сделала Казань. Ну, уже не смогли догнать. Слава богу, сейчас выздоровела. Не было возможности как следует подготовиться, но будем стараться сейчас возвращать форму, показывать также лучшие матчи. Как случилось, так случилось. Просто надеялась на лучший результат. Где-то эмоции, где-то, возможно, стоило чуть лучше потренироваться. Но это я говорю исключительно в моем случае. Хочется всегда показывать свою лучшую игру, и будем над этим работать, стараться.